Итак, всем привет. Сейчас мы наглядно смотрим. Вот такой у нас здесь аккумулятор. Вот мы его сейчас будем тестировать. Сейчас поставим на быструю разрядку. Вот сейчас у нас более-менее заряжен. Сколько? 1,18 вольт. Сейчас мы его быстренько поставим на разрядку. Это у нас никель марганцевый. Так, поставим более быструю зарядку, даже 3 поставим. Вот, и разрядку тоже поставим 3. Вот, и сейчас поставим один цикл дешерж и черч, то есть разрядка, зарядка, дешерж, черч. Вот, включаем Enter. Вот пошел процесс, пошла разрядка. Сейчас он его разрядит. Вот. Нет, это пошло. Стоп. Вот, сейчас он его зарядит и разрядит. Вот. Тут пошел небольшой сбой. Сейчас пойдет разрядка и зарядка. Вот я ставлю как бы для наглядности камеру. Чтобы это было более-менее видно. Вот, и приближаем. Что у нас тут будет видно? Вот пошел процесс. Вот пошла зарядка, разрядка, пошел процесс. Вот так вот видно. Так, сейчас мы тут подключим еще. Что мы делаем условно ускоренное, чтобы показать демонстративно, какие потенциалы заложены вообще. Так делать.
все работает. Сейчас мы видеокамеру подключим, зарядное устройство. Заканчивается заряд. Так, вот уже 50. Ну, в общем, быстро будет разрядочка, типа, что там где-то около даже 200 миллиампер час. Около 200 миллиампер час. А уже четверть, так что, я думаю, за полчасика все порешается.
источниках, хоть в колодце переехать там, вода чистая, свежий воздух, благодать. Ты набрал. Да я тебе коротко хотел сказать. Ты сейчас уже быстренько, сейчас вот поселили парня на квартиру, я же посуточно был в квартире. Юлька ездила на хорошей машине. В общем, удобно с девушками. Вот, и третья у него на связи. Thank you.
А этот тренд я сделала я в прошлом году, поэтому ну, я посвятила.
Так, уже почти 50 минут. Идет зарядка, и в принципе уже идет, как бы подводим итоги.